Привет, привет, друзья! Всем привет с Аляски! Свое утро я начинаю вот с такого солнышка. У нас чудесная погода стоит уже который день. А я тут вошкаюсь со своей кухней. Вот, подъехал к подъезду такой грузовичок, я хотела вам показать. Он называется U-Haul. U – это ты, сокращенно. Так вот, U состоит из трех букв, а когда они пишут сообщение или неофициальная такая смс-ки шлют, вот это U, я так думаю, обозначает вы, потому что вот ниже тоже идет надпись Where you go next, куда вы поедете следующее. U. А haul — это значит тянуть, тащить, то есть вы перетаскиваете. Вот таких грузовичков и фирма вот эта, она очень распространена повсюду в Америке. Насколько я знаю, можно самому просто заплатить аренду грузовичка, взять его и перевозить свои вещи куда угодно. Вот пока я в магазин ездила, стали здесь вещи загружать. Это кто-то вот с этого соседнего дома, с первого этажа переезжает. А я поехала в магазин купить жидкость для мытья стекол. Вот. Потому что хотела убирать на кухне, а жидкость закончилась. В результате вот набрала сколько всего. Сейчас вам покажу, что. Ездила я в Walmart. И вот по порядку. Лучок. Кулек, я не помню по ценам, поэтому показываю все подряд. Сахара здесь много, я не знаю сколько, 1,8 килограмма, почти 2 килограмма. Помидорчиков, вот таких они, длинненькие, узенькие. Мясо свининки, масло сливочное, тут, 4 таких брикета, соленое, я люблю соленое. Липтон чай 48 кулечков, тоже я только Липтон пью. Майонез, Best Food Real майонез. Соль и перец. У нас уже есть такой комплект. Перца мне теперь надолго хватит. А соль — неправильно проделали дырочку. Я теперь не могу солить. Вот купила новое. Кошачья еда. 8 баночек. Айс ти. Я знаю, что вредно и надо пить воду, но не удержалась. Так люблю вот этот Липтон сладкий чай. Буду пить иногда. А вот это, собственно, то, зачем я поехала. Вот она. Жидкость для мытья стекол. Вот. Я перелью, у меня вот она осталась совсем чуть-чуть на дне, в эту бутылочку. И вот это 409 для всех целей. Очень мне нравится, с лимонным запахом. Тоже такая чистящая жидкость. Вот и все. И заплатила я за все это $47, 43 цента. Вот. У меня такое ощущение, что по ценам здесь все-таки дешевле выходит, чем в Гонолулу, даже в том же Валмарте. LG, на LG. У кошек на Аляске проснулся просто зверский аппетит. На Гавайях одну вот такую баночку я им давала один раз в день вечером, и то никогда не доедали, всегда приходилось выбрасывать. Здесь же просят два раза в день, а больше, да, они и больше будут просить. Все съедают. Вот удивительно, почему так, я не понимаю. То ли там они от жары есть не хотели, здесь просто едят целыми днями. Так, я приступаю к уборке кухни, начну с холодильника, чтобы мне вот эти продукты туда потом обратно не вынимать. Поэтому вот сейчас я приступлю, у меня там такой художественный беспорядок. Я как приехала, еще его не мыла, он был чистый, но вот оно все такое чистое, что я в оконцовке потом по 3 часа перемываю. Холодильник, слава богу, отодвигается, так что я могу теперь помыть за ним и стеночки, и пол. Итак, уборка моя продолжается. Я уже перемыла вот здесь все. Сейчас я доделаю и вам расскажу, что у меня здесь находится. Вот. И если за холодильником еще было более-менее, то вот здесь, я так думаю, никто за 2,5 года никогда не мыл. Вот такой вот творится здесь ужас, ужас. Итак, вот такая у меня здесь чистота стала. И я хочу просто показать шланг. Вот такой вот идет гофрированный рифленый шланг. Сюда, к этой машине, это у нас сушилка. Опять угробила 5 часов времени, уже 3 часа дня.
Так и не доделала опять кухню. Ну вот покажу, что у меня. Здесь у меня, значит, стиральная машина. Вот такая, с верхней загрузкой. Здесь у меня в ящичке моющие порошок стиральный, бумага. Вот еще мало всего, еще полупустые у меня шкафы. И вот это лучшее изобретение человечества, это сушильная машина. Я не представляю, как жить без сушильной машины. Это просто какое-то чудо. Складываешь все белье, оно оттуда выходит у тебя поглаженное, мало того, что сухое. Все, это никаких ни забот, ни хлопот. Я помню, сколько времени тратили на глажку постельного белья, этих простыней, наволочек. Боже мой! А после этой машинки все выходит глаженное. Единственное, что, конечно, там какие-то брюки, что-то вот такое еще нужно подглаживать. А в основном, конечно, нет, не надо ничего. Я обожаю сушильную машину. Так, здесь, значит, у меня кошачьи. Вот кошачья еда, кошачьи консервы. Здесь у меня отдельный свет зажигается. Холодильник. Холодильник тоже я помыла. Морозилка у меня полупустая. Вот у меня мое здесь любимое, самое любимое мороженое. Черри Гарсия. Это вишенки с шоколадом. Ой, вкусняшка, вкусняшка. Мясо вот я купила сегодня, которое... Здесь у меня... Вот так, просто покажу. Вот это у меня чашка с фильтром, воду фильтровать. Но здесь на Аляске до такой степени вкусная вода прямо из-под крана. Холодненькая, такая прямо, ой, что не нужен этот. Вот его как налили 2 недели назад, так вот он и стоит. Так, ну вот в дверце, что у меня здесь. Вот эти вот бутылки, это протеин. Рикардо после операции пил, и вот остались, не знаю, или выброшу, или, может быть, допью их. Вот так вот. Здесь у меня вот этот вот я помыла шкафчик. Сахар для чая, все, кофе, вот такое. Тут у меня ложки, вилки, поварешки, всякие палочки, мешалочки, ножи, сетки. Вот в этом нижнем ящике это то, что... Я в двойном у меня экземпляре или, не знаю, не использую. Ну, в общем, это все еще будет перекладываться, потому что я еще толком и готовить не начинала. Вот. Вот эта часть у меня осталась немытой. То есть она остается на другой раз. Все, у меня нет никаких сил продолжать. Но я уже не буду больше вам показывать, потому что здесь все пусто. Вот это вот хлопья кукурузные на завтрак с молоком Рикардо купил. Вот этот ящик вообще еще пустой. Этот ящик, тут вот какие-то бумажки, мелочевка, это я буду все прибирать. И здесь тоже пусто. Вот. Ну и печку я уже показывала, как вот эти пружинки здесь вынимаются. И вот, вот такая вот система. Вот. И духовой шкаф. Вот сейчас я доведу кухню до ума и покажу уже, какой она стала. Итак, показываю, что у меня получилось. Вот такая кухонька. Ковер я спасла вчера. Вот он какой у меня. И, конечно, я понимаю, что этот ковер, он все равно здесь временно. Я хочу сюда ковер длиннее, больше. Вот эту тряпочку буду убирать. Это вот такой пока временный вариант. Вот, шторочки мои чистенькие. Вообще у меня предполагалось, что будет кухонька такая в стиле подсолнухов. Вот у меня шторка с подсолнухами здесь, и цветы подсолнухи. И вот тут у меня висел огромный цветок подсолнуха, и картинка была. Чашка была, такой кувшин с краником тоже, с нарисованными подсолнухами. Все это я... восстановлю, может быть, доберу, а может быть, переделаю. Магниты вот эти все привозились с разных мест, куда я путешествовать ездила. Самовар Рикардо привез из России. Что еще рассказать?
Тоже все здесь очень старенькое. Вот эти все кабинеты, все они старые. Я их все морилкой тоже промаривала. И вот здесь вот надо опять это сделать. Вот уже пообтрепалась, опять пошелушилась. По-хорошему тоже здесь все нужно менять. Печки, всему тоже здесь более 20, может даже по 30 лет. Кроме холодильника. Холодильнику лет 10 примерно. Вот эти мы вообще в этот раз хотели поменять, стиралку и сушилку. Но они так хорошо работают, что просто жалко, жалко менять. Здесь вот я сколько мусора накидала. Сейчас еще раз покажу, как эта система работает. Вот, видите, было полное и примялось, стало половина. То есть вот так вот, приминая, можно складывать сюда вдвое-втрое больше вещей, чем в обычный мешок. Ну вот и все. И вот уже следующий день. Просто такая коротенькая дописочка. Все, кухня моя готова окончательно. Вот здесь я перемыла печку. Опять потратила 3 часа на все это. Шкафчик вот этот у меня чистенький. Здесь внизу пустой. Здесь я оставила миксер. А сюда поставила печечку, хлебопечку. Ну, не хлебопечку, а как она, которая поджаривает хлеб. Вот. Свет весь включила, чтобы показать, что здесь. Вот тут у меня есть дополнительный свет и фен, вытяжка. Вот. Здесь у меня есть дополнительный свет. Так. Здесь у меня, значит, кошачье все. Еда, вода и швы вот эти все до единого. Я сейчас сбила все руки, но я почистила все вот эти швы, довела сразу пол. Вы не представляете, как меняется пол только лишь от того, что чистые вот эти швы между плитками. Я прямо хлороксом, отбеливателем и отверткой вот это вот все прямо прошлась, почистила. И вот сразу, на видео, конечно, не будет видно, но вживую сразу совершенно по-другому заиграл пол. И уже даже можно коврики вообще убрать. Он смотрится очень хорошо. Но я просто сама по себе очень люблю ковры. Ненавижу голый пол, поэтому я, конечно, оставлю. Вот и все. Вот такая вот моя кухонька. Я заканчиваю репортаж о своей кухне. Всех целую, всех люблю. Пока-пока!